Добрый вечер. Продолжаем смотреть футбол. Мелбет, первая лига. И в 26-м туре, в самом старте этого игрового дня, растянутого на несколько дней календарных, мы приветствуем игру с участием лидера дивизиона. Балтика сегодня встречается с футбольным клубом «Родина» из Москвы. И если все готовы, то мы, пожалуй, начинаем. С центра начинает «Родина» и уже правым флангом двигает мяч вперед. И вот заброс в линию атаки верхом. Ну вот «Родина» атакует ромб, надо посмотреть. Очень хороший момент и первый голевой шанс, пожалуй. Хватается за голову игрок, который побежал в надежде добить этот мяч. А удар наносил Кирилл Колесниченко. Именно он оказался один, никем не прикрыт. Опять ничего не придумывая, вратарь ставит кулаки и мяч выбивает подальше из штрафной. Ну вот как здорово Латышонок возвращает его туда. Длиннющим, мощнейшим ударом вратарь Балтики послал мяч к линии чужой штрафной площади. Завязывается комбинация, подача, попытка удара головой. Добивание и штанга! Вот голевой момент Балтики. Первый голевой момент Балтики в этом матче. Это Валя Ахметов. Валя Ахметов. Ну, вот находит возможность катнуть чуть ниже Нердмановец. А вот подача. Да. А вот подача, удар! И вступает в игру снова Сергей Айдаров. Еще один голевой шанс. Мы уже видели удар в штангу. Теперь удар в створ ворот. Реальнейшая голевая возможность у Балтики. Быстрый выход в контратаку. Георгий Юдинцев наступил на мяч. Он оказался у него за спиной. Подача, прием! И где он, Гудина? Штрафной площади. Вот он, боснийский нападающий. Прием получился, а вот развитие этого острого момента не совсем. Пока смотрим за штрафным. И отметим, что очень уже много стандартов. То есть, в принципе, вот Балтика сумела себе создать все-таки вот эту комфортную среду. Оттачивают этот и без того очень сильный свой атакующий потенциал на стандартах. А вот Калмыков. Нет положения вне игры, но очень долго обрабатывал мяч, успел Куцко и нейтрализовал этот шанс Амора Калмыкова. Благодарит за хорошую передачу, но показывает, что никак он не мог мяч успокоить. Выполняет ее. В конце концов, Данил Кленкин. Удар. Мяч полетел в створ, но на месте Сергей Айдаров, у которого, надо сказать, моментов по-настоящему опасных в втором тайме все-таки меньше, чем в первом. Ну вот и все. Все. Фиксирует Михаил Черемных нулевую ничью.